Депутат Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Денис Охромкин, находясь в очередной гуманитарной поездке на Донбасс, посетил расположение 9-го отдельного Мариупольско-Хинганского особого полка морской пехоты и передал солдатам вещи, необходимые в холодную осень – термобелье, носки, тактические перчатки, теплые шапки. Для медиков – портативный кардиограф. Также депутат рассказал бойцам о подготовке для них гуманитарного груза, который сейчас собирают силами сергиево-посадцев. Я, наверное, хочу больше обратиться к сергиево-посадцам, которые сейчас по своему долгу пытаются помочь Донбассу выстоять, нашей армии пытаются помочь те, кто воюет сейчас с фашизмом на Украине. Мы находимся в 9-м полку, именно в том самом полку легендарном, куда наши сергиево-посадцы собирают финансовые средства на дизель-генератор, который уже закуплен ребятами из города, печки-буржуйки. И, в общем-то, наверное, будут стараться отработать весь список, который нам был представлен с просьбой о помощи. Я думаю, что это не последний груз. И, в общем, мы свою лепту уже внесли, для того, чтобы люди понимали, что мы тоже не болтуны со стороны. Поэтому сергиево-посад 8 с половиной лет участвует в подготовке отправки, но в 9-й полк мы приехали впервые, поэтому очень приятно было познакомиться, увидеть ребят. Мы должны быть твердые, мы должны быть помогать солдатам нашим и тем, кто в зону СВО мобилизован, и тем, кто уже воюет не один год. Трудно, тяжело. Наша советская армия отступала до Москвы. Это страшнейшие были времена, и я думаю, что и сейчас мы все это выстоим. Хочу сказать слова благодарности людям, которые участвовали в сборе гуманитарной помощи. С нашей стороны мы обязательно выстоим, обязательно победим. В ответ на этот добрый жест ребята из 9-го полка тоже приготовили подарки на память о встрече. Это у нас кузнец делает. Вот сувениры вам. Вот такие вот кружечки с нашей эмблемой 9-го полка. Вот, пожалуйста. Флаги. Да, вот. Флаги такие вам. Вот это да. Вот такого вот плана. Чисто морской пехоты и с нашим девизом.